Мы надеемся, что вы наслаждаетесь своим очистителем воздуха Fellow Zara Max. В этом видео вы узнаете о том, как заменить HEPA и угольные фильтры. Для начала найдите выдвижную рамку для фильтра с правой стороны вашего очистителя воздуха. Чтобы вытащить рамку фильтра, необходимо сжать выступы с обеих сторон и полностью вытянуть рамку. Как только вы вытащите рамку, очиститель воздуха выключится автоматически. Fellows специально разработал эту функцию для вашей безопасности. Удалите все грязные фильтры и вставьте новые фильтры в рамку. Обязательно вставьте угольный фильтр первым и лишь затем HEPA-фильтр. На HEPA-фильтр нанесена стрелка, указывающая направление фильтра в рамке. Затем просто вставьте рамку с фильтрами обратно в очиститель воздуха до щелчка. Ваш очиститель воздуха автоматически включится и возобновит работу. Следующий шаг. Вам необходимо сбросить световой индикатор фильтра на вашем очистителе воздуха. Убедитесь, что фильтр надежно закрыт и очиститель воздуха включен. Найдите иконку фильтра на панели управления, затем нажмите и удерживайте значок фильтра в течение 3-5 секунд, пока не услышите короткий звуковой сигнал. В это время HEPA-фильтр начнет мигать желтым цветом. Коснитесь кнопки фильтра, чтобы выбрать между индикаторами HEPA и угольного фильтра. После выбора нужного фильтра нажмите кнопку и удерживайте в течение 3-5 секунд, пока не услышите короткий звуковой сигнал. Световой индикатор должен выключиться. Повторите этот процесс для каждого фильтра по мере необходимости. При нормальном использовании Fellows рекомендует менять HEPA-фильтр каждые 12 месяцев, а угольный фильтр каждые 3 месяца. С Fellow Aira Max вы сможете насладиться идеально чистым воздухом.